Всем тыквенный привет, с вами Дрим, и в сегодняшнем видосе мы с вами рассмотрим первые утечки PUBG New State. Да, ребятки, игра только вышла, а утечки уже появились. И поверьте, ребят, там есть на что посмотреть. Особенно для нас, потому что в ближайших кейсах, ребят, нас ожидает просто куча, просто огромная куча скинов с тыквой. И это, конечно же, с одной стороны, очень даже хорошо. Можно будет сразу подготовиться, да, и быть именно, в принципе, тыквенным бойцом. Но, с другой стороны, ребят, это очень-очень будет дорого. Поэтому что? Надо играть, надо зарабатывать монетки, чтобы потом можно было открывать эти кейсики. В общем, будем рассматривать с вами кейсы, которые нам завезут в ближайшее время, в честь именно Хэллоуина, которые нам ранее должны были завести. Также мы с вами, ребятки, рассмотрим именно кейсы, которые нам позже завезут. Скины на тачку, скины на оружие, в общем, очень-очень много информации. Поэтому, ребятки, обязательно смотрим до конца. Также не забудьте влепить свой царский лайк, да, за информацию, за оперативность. Также, ребятки, не забудьте подписаться, чтобы не пропускать самую свежую и полезную информацию. Нажмите там на колокольчик обязательно. Поделитесь со своими друзьями. Напишите комментарий для продвижения данного ролика. Ну а мы, в принципе, начинаем. И да, ребятки, хотел бы всех вас поблагодарить за вашу поддержку. Вы просто не то что мега крутые, вы супер мега крутые, ребят. Потому что нас уже 310 тысяч. Да, ребят, нас 310 тысяч. А до Нового года осталось еще 50 дней. Поэтому, ребят, если вы вдруг не подписаны, подписывайтесь, потому что только с помощью вашей поддержки мы с вами сможем достигнуть те самые 333 тысячи 333 подписчика до Нового года. Всем говорю еще раз огромное спасибо. Ну и, конечно же, приятного просмотра. Ну что ж, ребятки, как вам трейлер? Да, это новый костюмчик с тыквой. Прям идеальный вариант для меня, да? Только начинается игра, и сразу же будет костюмчик с тыквой. Вот так вот будет выглядеть кейсик, ребят. Я, конечно же, буду его открывать. Очень бы хотелось, чтобы выпал сразу же костюмчик или хотя бы голова. Кстати, если я правильно понял по утечкам, ребят, это будет улучшаемый костюм. Да, сразу же улучшаемый костюм. И выглядит он очень даже годно, ребята, я вам скажу. Поэтому ждем выхода данного костюмчика. Скинчик на сковородочку также будет, ребят. Что самое интересное, будет еще и улучшаемый скин на оружие, а именно на калаш. Калаш тыква, здравствуйте. И тут он будет. И здесь надо будет его выбивать и прокачивать. Если я правильно понял, что это именно калаш. В принципе, у него будет еще и вот такой вот килчат. И вот так он будет выглядеть на последнем уровне. Очень жестко, очень мощно. Также прокачиваются, конечно же, и обвесы, ребят. В принципе, как и у нас в мобильной версии. Будут у нас еще висюльки, рамочки. Просто, короче, ребят, просто завались тыквенной тематики. Меня, конечно же, повторюсь, это очень радует, но это будет очень дорого. И это, конечно же, немножко меня напрягает. Вот такой вот рюкзачок, первый, второй, третий уровень. Ну как мне без него? Будет на костюм, будет рюкзачок, будет шлем, будет калаш. И, ребят, чтобы вы понимали, будет еще и тачка. Да? Вот такая вот еще и тачка будет. Поэтому PUBG New State, конечно же, огромное спасибо за такое внимание. Но это очень дорого будет. Окей, это еще не все, ребят. Также будет еще вот такой вот костюмчик. Также у нас еще будут именно улучшаемые скины, да, на оружие. Будет у нас скин на мотоцикл. Будет у нас куча скинов на тачку. Будут именно кейсы именно с разными скинами на оружие. В общем, их очень много, ребят. Хэллоуинская тематика тоже присутствует, конечно же.
же. Будет у нас тематика рабочих, именно тех, кто участвовали, да, в начале именно PUB New State. Я, в принципе, делал сюжетную линию, и кто смотрел, поймет, о чем речь. Будет еще вот такой вот кейсик, ребят, где можно будет себе выбить костюмчик совы. Будет шлем. Кстати, со шлемами они интересно придумали. И со скинами на рюкзак. У нас выбиваешь один скин, у тебя сразу на все уровни. А тут нужно выбивать отдельно. Если честно, с одной стороны, это интересно. Но с другой стороны, это такое себе. Потому что, сами понимаете, вам придется выбивать три разных скина. Эмоции, кстати, вот эту справа я уже забрал за то, что вы перешли по ссылке моей и скачали игру. Спасибо огромное, ребят. Также у нас будут скины на транспорт, как вы видите, да, на наш новый транспорт, на мотоцикл, на нашу Вольту, да. Скинчики на оружие, то есть тоже их очень много будет. Я серьезно, если честно, очень удивлен, что именно прям такое большое количество скинов. Да, я понимаю, игра только вышла, но прям сразу такое большое количество скинов. И с тыквой снова же, вы видели, да, М24. Меня, если честно, это очень-очень сильно удивило. Пишите свое мнение в комментах, ребят. Вообще, играли вы? Напишите свое мнение, получилось у вас зайти, скачать, поиграть, потому что, с самого утра просто полная дичь происходит. У кого-то получается зайти, у кого-то не получается зайти, выкидывает и так далее, поэтому жду ваше мнение в комментах. Будет у нас еще вот такой вот кейсик. Кстати, кейсы прикольно открываются и радуют, что все-таки можно открыть именно и без доната. Я уже получил кучу сообщений, что ребята выбили себе мифик без доната. Это, конечно же, очень-очень годно. Но снова же, с другой стороны, донатная часть, она очень сильно присутствует. Вот такой вот скинчик на дачу, ребят. Скинчик на ВСС-ку, который превращает ее просто в оружие будущего, да. Снова же, три разных скина на шлем. То есть вам нужно выбить и такой, и такой, и такой, чтобы у вас было на каждом уровне скин на шлем. Я это только на стриме понял, благодаря подписчикам. Спасибо вам огромное, что залетели, подсказали, сориентировали. Также будет вот этот вот кейсик, который мы с вами очень давно предсказали. Прям очень давно предсказали, когда еще говорил, какой картонный пони в PUB New State. Но, ребят, он будет, и не только пони, а будет еще вот такой вот медведь, тоже картонный, да. Вот такие вот перчаточки, обувка именно для костюма вот этого, да, единорог вот этот розовый пони. И, в принципе, это, честно, напрягает. Вот я и тогда сказал, что мне вообще эта тематика не подходит именно в этой игре. И сейчас я повторюсь, потому что, куда картоны? Когда и в мобильный добавили картоны, я тоже возмущался. И здесь я тоже возмущаюсь, потому что, картонные скины, камон. А также будет еще вот такой вот скинчик на вот этот шестиместный транспорт, который мы с вами так и не нашли. Играли целый стрим, но не нашли. Вот такие вот утечки, ребят. Пишите свое мнение в комментариях, как вам костюмчики, как вам скинчики, как вам вообще игра, будете ли вы играть, будете ли вы донатить в эту игру. Само собой, буду читать ваши комментарии. Также не забывайте поддержать этот видосик своим царским лайком и обязательно подписаться. На этом я с вами прощаюсь. Всем говорю огромное спасибо за просмотр и за лайк. С вами был Dream. Всем топ-1.